Меня зовут Юля, и сегодня я хочу поделиться с вами последними новостями по Турции. Сейчас из любого телевизора или интернета мы можем быть свидетелями тому, что происходит сейчас в мире, а именно то, что происходит между двумя странами, Россией и Украиной, и все новости на эту тему лишь печальные и ужасные. И поэтому сегодня я хочу поделиться с вами одной небольшой, на мой взгляд, хорошей новостью из Турции. Вчера у нас было заседание кабинета, и наш министр здравоохранения объявил новые меры по коронавирусу, а именно новое послабление, или можно даже так сказать, мы входим в новый этап по борьбе с коронавирусом, а это даже можно назвать уже как и официальное окончание пандемии. Так вот, с сегодняшнего дня в Турции на открытом воздухе, либо в открытых помещениях, мы больше не носим официально маски. В закрытых помещениях, если есть хорошая вентиляция и мы находимся на социальном расстоянии друг от друга, то опять все маски отменены. С сегодняшнего дня, если у вас нет каких-то симптомов заболевания, вам больше не надо делать ПЦР-тесты. Также с сегодняшнего дня отменили полностью кэш-код. То есть теперь, куда бы вы ни пошли, на входе тот же самый торговый центр, либо любое государственное учреждение, либо какие-либо другие учреждения, кэш-код больше никто проверять не будет, а это значит, что для всех туристов, прилетающих на территорию Турции, не надо больше получать кэш-код. Теперь его больше нет. Единственное, что у нас сохранилось, это то, что в общественных местах, где большое скопление людей, в местах таких, как общественный транспорт, учебные, медицинские, либо госучреждения, либо такие места развлечений, как кинотеатр, концерты, театры. Здесь еще необходимо носить маску, ее не отменили. Но в остальном жизнь, по крайней мере в Турции, у нас по коронавирусу налаживается. Единственное, что не было объявления о том, нужны ли ПЦР-тесты для туристов, въезжающих на территорию Турции. Возможно, будут какие-то дополнения, но на данный момент все обстоит именно вот так. Ну и на фоне всего того, что происходит сейчас, я считаю, что это, в принципе, маленькая, но хорошая новость. Желаю вам всем мирного неба, чтобы все то, что происходит между Россией и Украиной, закончилось как можно быстрее, чтобы политики этих стран договорились как можно быстрее, и люди перестали просыпаться от взрывов и жили в мире и согласии. Я с вами прощаюсь, как всегда говорю, остаемся на связи, не забывайте подписываться, и всем мира! И мирного неба над головой.